Праздник, посвященный Дню знаний, организовали для воспитанников детского дома номер 1 Биробиджана. Гости вручили юным школьникам письменные принадлежности и сладкие подарки. В благодарность ребята устроили торжественный концерт, где продемонстрировали свои сценические умения и таланты. Сегодня День знаний важен еще и тем, что на этом празднике мы будем чествовать не только наших детей, школьников и первоклассников, но и наших гостей, друзей, поскольку 2018 год объявлен годом волонтера. А волонтер – это добровольный помощник, друг и товарищ. Участие в мероприятии приняли представители Комитета образования Еврейской автономной области, работники налоговой, служащие вооруженных сил. Не пропустили торжество и сотрудники МЧС. Работники ведомства сами часто навещают детей, а также устраивают мероприятия для ребят и на своей территории. Приглашаем их к себе в гости в подразделения, в пожарные части, в спасательные подразделения, в главное управление. Также проводим здесь у них на территории всевозможные конкурсы, игры с привлечением пожарно-спасательной техники и так далее. И в зимнее время помогаем им обустраивать городок, горки, различные мероприятия. Воспитатели и дети отмечают, что всегда рады подобным визитам. И дело не только в подарках и материальной помощи детскому дому. Прежде всего, это внимание и забота, возможность весело и с пользой провести время. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.